уже, наверное, 4-й или 5-й раз, то есть все нравится. Поэтому ездили сюда с удовольствием. По поводу игры, ну, игра была с ветром достаточно тяжелательна, тем более, насколько я понимаю, мячик немножко изменили, мяч. Поэтому для нас это был сюрпризом, он стал немножко легче. И пришлось привыкать по ходу игры. Да, то есть, ну, по игре как бы много над чем есть работать нам еще, потому что, как Саша сказал, мяч немножко, ну, модернизировали, и как бы немножко все-таки есть технические элементы, которые, ну, требуют работы и привыкания к новому мячу. А так как бы здесь погода шикарная, настроение отличное, болельщики супер, так что приходите на пляжный волейбол.